Привет всем, друзья! С огромным удовольствием приглашаем вас в футбольный манеж в Минске, который в эти дни принимает Кубок развития и последний игровой день групповой стадии сборной России до 16 лет против сборной Узбекистана. То есть в этом матче разницы нет. Ю-16 из России, Ю-16 из Узбекистана. Поэтому такая вывеска будет в этом матче. Работать сегодня для вас буду я, Датко Данил, и мой коллега Павел Назарчук. Вот, с минуты на минуту мы начнем наш поединок. С центра поля будут разводить футболисты сборной Узбекистана. Ожидаем свисток главного судьи и начало нашего поединка. Вот, и передача идет к центральной линии обороны команды сборной Узбекистана. И тут же смотри, как включаются футболисты сборной России в прессинг. Просто всей командой выходят за центральную половину. И тут же случается перехват в исполнении Артема Ахмарина. Потеря, и главный судья свистит о нарушении правил. Футболисты сборной Узбекистана, который сборная России на протяжении всего турнира использует, он работает. То есть видим, что фаза перехода из сборной в атаку прям очень Узбекистана страдает. Классный перевод и такая же отличная передача была от Константина Трона в сторону своего нападающего. А вот Даниил Житников отправил этот мяч куда-то в воздух. Казалось бы, что уже опаснейший вот момент буквально на 6-й минуте нашего поединка. Но, видим, счет остается 0-0. Да, вот как раз показывали повтор, совершенно один, то есть в радиусе, наверное, полутора-двух метров. Продолжается натиск от сборной России. Пономарчук, перевод налево. Снова Хмарин. Падение, и это пенальти! Пенальти у нас зарабатывают футболисты сборной России. Давайте же посмотрим повтор нашей трансляции и сделаем вывод, правильно ли разобрался в этом моменте главный судья. Ну, и, знаешь, как по мне, это точка. Посмотреть скорее пенальти, чем нет. То есть ждем свистка. Удар. 1-0. Сборная России выходит вперед, забивает первый мяч в нашем противостоянии Егор Камельков. Пенальти, реализованный Егором Камельковым, равнёхенько в угол уложил мяч, поэтому шансов у Хатамжонова, даже учитывая то, что угол он накадал, было очень мало для того, чтобы спасти сборную Узбекистана. Напомню, для наших зрителей лучшая сборная России, ну и также не отстают в этом плане футболисты сборной Узбекистана. Навес поступает в сторону ворот и вроде как справляется, выбивает этот мяч подальше на подборе Леонид Кононов. Перевод налево, Житлов. Навес в сторону ворот и подставка 2-0! Отличнейший мяч забивает у нас Даниил Житников. Хотелось бы увидеть еще. На самом деле, еще более проблемно, чем было. Вот, смотрим здесь. И касается он рукой мяча. Я сразу же это заметил, на самом деле. Но, как видим, не удалось в этом моменте сыграть так, как бы хотелось, да? Вот, и ты посмотри, как в этом моменте классно сыграл у нас защитник сборной Узбекистана. Смог обыграть двух оппонентов из России. И видим, что сейчас футболист Хабибулаев лежит у нас на поле. Вот сейчас выход из ворот. Что делать? Очень здорово. Как же классно играет Житников. Подлево убирает Житников. Вот такой прострел. И Хатамжонов ближнюю штангу полностью контролирует. Поэтому здесь ничего не получилось у сборной России. Хмарин! Заброс в сторону вратаря. Хатамжонов. Очередная попытка удара и заканчивается взятием ворот. Константин Трон забивает. Хорошая, ну и вот подача. Вот подача Бадмаев. Тоже, в принципе, набегал, но здесь никому не оставляет шансов. Да, Константин Трон, поэтому счет становится 3-0 еще по ходу первых 40 минут игры. И самое интересное то, что пас пошел на Рексибоя Абдухакимова. Тот управлял Гетры. Какая же ошибка еще может случиться? Знаешь, после третьего пропущенного мяча сейчас... В чем? В предыдущих поединках. Вот, еще одна атака футболистов сборной Узбекистана также затухла. Тут же перехват, еще один удар. Джураев на месте. Вроде как ловит этот мяч, и он залетает в ворота! Первый мяч после такой ошибки пропускает Владислав Джураев. Кстати, одним из самых сухих голкиперов групповой стадии. И как раз сейчас он пропускает. То есть счет становится 3-1. Плюс 3 замены у сборной России будет. То есть здесь Андрей Аксенов не точно. Сразу так вот три игрока. Это Бекетов, это Голубков и это Тимур Батыш, если не ошибаюсь. Да, вот такие три здесь опять остается. Хатамжонов. Еще одна длинная передача. Сильная от голкипера сборной Узбекистана. И вот еще момент. Можно бить, можно запивать. Вот такой рикошет. И по итогу пронесло. Пронесло сборную России, это угловой, скорее всего, будет. Еще начало второго тайма было бы для сборной России. Видим, как ребята в синих
Джерси смогли уже в конце концов включиться и показывают, на самом деле, неплохой футбол. Вначале футболистам сборной Узбекистана пропустили не первый мяч, и до второго, на самом деле, не так уж и много остается. Классно сыграл в этом моменте Бекетов. Прострел, находится на своего товарища, удар по воробьям, посмотри! За Константин... лицевую линию Джураев забирает этот мяч. Ну, вот как раз повтор, смотри, показывает этому моменту у сборной России. Вот, это начало, то, что сделал Бекетов. Очень хороший девятый номер. Ну и как же вырезал эту передачу, выписал на Тронева. Останавливает ее Радченко. Через центр продолжается игра. Тут же Пономарчук. И отличнейший момент, пробить по воротам. И мяч в воротах. Александр Бекетов забивает четвертый мяч своей сборной. Замена, которая сработала, сработала очень четко у сборной России. То есть он, помнишь, передачу классно делал на троне, когда тот не забил. Сейчас сам реализует момент, поэтому Бекетов в полном порядке, но здесь прошивает Хатамжонова. Без шансов для голкипера сборной Узбекистана. И счет становится 4-1. И, ну, скорее всего, это точка. То есть если один отквитали, казалось, что 3-1, здесь такие качели, два мяча нужно отыгрывать. Теперь вновь 3, еще момент у Бекетова. Медалей у этой сборной, поэтому в этом году тоже будут на самые высокие места претендовать. Бекетов! Нет, Бекетов не опережает Хатамжонова. Хороший голкипер сборной Узбекистана. Ну и все. Звучит финальный свисток главного арбитра, который официально фиксирует победу сборной России Ю-16.